Здравствуйте, друзья! Меня зовут Демитков Юрий. Сегодня короткое видео о том, как выгодно вложить валюту и что такое евробонды. Как я уже сказал в предыдущем видео, это облигации, которые обращаются на мировом рынке, и их выпуски регистрируются в Лондоне. Соответственно, и суд в Лондоне следит за соблюдением всех законов. Ну, вот простой пример. В свое время, вы знаете, Россия дала Украине займ Януковичу, тот самый, в 3 миллиарда долларов. Но этот займ был оформлен не просто так, а как евробонды. И поэтому Украина сейчас как не хочет отвертеться от выплат по этому займу, у нее ничего не получается. Законы в Лондоне очень жесткие, и там не надавишь на жалость, и не нажмешь с политической точки зрения, там типа они говорят, что это взятка там и так далее. Закон есть закон, и все. И евробонды. Чем это полезно нам с вами? Да вот чем. Многие российские компании сейчас, так же как и прежде, хотят денег и хотят денег в валюте. Потому что финансирование проектов этого требует, во-первых. А во-вторых, в том числе для закупки импортного оборудования. У нас далеко не все производят, вы знаете. Когда была нефть, ого какая, выгоднее было все купить за рубежом. И технологий у нас тоже недостаточно, к сожалению. То есть импортозамещение еще не работает. Обычно минимальный лот на евробонды начинался от 100 тысяч долларов. Но сейчас стали регистрировать выпуски от 1000 долларов. И это вполне доступная для многих цена. В том числе, ну буквально вот мы с вами можем, наверное, купить лот за 1000 долларов. Доходность по евробондам, по российским евробондам сейчас повышенная. В районе 7% годовых в валюте. Для сравнения, вклад в Сбербанке дает где-то 1,5-2% годовых в валюте, а евробонды 7%. А за рубежом вообще вклады в валюте там 0% годовых. Конечно, это очень привлекательный инструмент. Поэтому куда выгоднее вложить? Конечно, в евробонды. Как их купить? На бирже совершенно спокойно. Брокерский счет регистрируйте. Переводите туда средства, можно рубли, можно доллары, и покупайте, пожалуйста, евробонды, и ваши деньги будут лежать в евробондах, и вы будете наблюдать, как у вас капает накопленный купонный доход ежедневно, и в любой момент их можно продать, в отличие от вклада, который замораживается надолго-долго-долго. Смотрите мои видео, а для этого подпишитесь на мой канал, и вот там снизу вы видите кнопочку «Нравится». Нажмите на нее, мне будет очень приятно. А на сегодня все, это короткое видео. До свидания, до следующих встреч.